пятый номер. Это Савченко дом, Виктор. Вот как уже все здесь выхлестал Володя. Двор чистый. За сирень даже зашли дальше. Ну, конечно, без всяких этих отдыхов, перекуров. Сергей носит там куб. Вон там, видать, куб такой. В самом конце, там никто никогда ничего не садил. И там, может быть, преть оно. Володя здесь обхаживает цветы. А что-то шлем тут хороший висит. Забыл или еще. Колодчики, вода есть, а пить некому. Это Серафима Гавриловна с Володенькой. Батюшка. Вот сколько уже всего выкопано. Вот просто показываю. Двор практически чистый. Все. Вытащил тележку. Давай на тележке. Маленько не дошел до скотного двора. Володя главная эта фигура. А там среди юрги дерево выросло, клен. Сейчас пошел топором, его чикал, чикал, чикал. Все-таки отрубил, отпилил. Не повернуться, ничего там нельзя. Это вот к концу. Все, с улицы уже можно видеть. У колодца он подчищает. Здесь вот крыжовничек. Здесь мой крыжовник. Все. Здесь уже до туалета полностью все очищено. Сегодня у нас понедельник, кажется, 16-й. Вот этот куб. Куб. Видишь как, сколько он? Раз, два, три метра. Три метра так. Вот так, три метра вдоль ограды. И здесь... И здесь почти что 3 метра, 3 на 3. Ну и на метр. На метр уже есть. 3×3 – 9 кубометров. 9 кубометров уже травы сюда наносили, навозили. Почему? Необходимо, батюшка говорит, убрать надо, иначе искра одна, дальше не остановить. И дом сгорит. Вот так. Сейчас показываю. Черемухи нынче вообще нигде нету. Обхожу. Здесь прошел до крыжовника. Ну, мы трудящийся достоин пропитания. Внизу горькие такие, ну не горькие, а с кислой. А вверху, который на солнышке, там нормально. Вот все. Вот здесь не стали трогать, чтобы туда лишний человек не лез. А так к дому. Витя посмотрит, вспомянет, воздохнет. Там что-то такое лежит. Здесь вот какая-то у него труба тут. То ли от слива, от чего. И с этой стороны, вот где лестница, все убрано. Зайти невозможно было, выше роста человеческого. Ну и все, до обеда. До обеда втроем. Давай, тащи, Сергей. Одна из последних тут уже. Володя, тут не можешь показать, как делаешь с перевертышем-то? А? Как ты берешь вот тут с перевертышем? Нет. Ладно, ладно, иди, все. Вот такие эквилибристы. Он тащит. Я сейчас пойду крапиву из последнего куста вырывать. Смотри, об ограду не ударь литовкой косой. Вот напротив Дьяконов дом. А дальше там он. Картонный. Нет, это саманный.
там Виталий с Сергеем. Все, пока отошел.